28 апреля 1945 года. Шел 1407 день Великой Отечественной. Красная армия стремительной волной идет по Германии. Ожесточенные бои ведутся в Берлине на площади Адольфа Гитлера. Наши войска берут фашистов в кольцо и квартал за кварталом очищают улицы от остатков армии врага. До Дня Великой Победы остается 11 дней. Это был действительно горящий тур по Берлину, причем горела сама столица Германии. Не обращая внимания на старинную архитектуру, Красная армия квартал за кварталом продвигалась вперед, к Рейхстагу и бункеру Гитлера. Войска Первого Белорусского фронта вели ожесточенные бои в одном из центральных районов Берлина – Шарлоттенбурге. Там гитлеровцы заняли окрестные дома, подвалы и станцию метро. Под шквальным огнем противника наши саперы разбирают завалы и баррикады. Штурмовые группы под прикрытием артиллерии уничтожают окопавшихся немцев. Захвачены заводы Леви и электрического сообщества, ставшие на время серьезными узлами сопротивления. Отметилась в Берлине и наша авиация. Помимо прикрытия наземных войск, они буквально гоняют немецкие самолеты. Так, четверка истребителей лейтенанта Коняева атаковала 8 истребителей Геринга. Гитлеровцы попросту разлетелись. Во многих районах немцы предпринимают попытки прорвать кольцо окружения. Так, крупные силы противника, танки и пехота совершают отчаянный рывок. Но наши войска отбивают контратаку и наносят удар во фланг. В результате за 2 дня Красная армия уничтожает более 120 немецких танков и самоходок. Кольцо вокруг Гитлера сжимается все сильнее. До Дня Великой Победы остается 11 дней.